Приветствую вас на Первом Циничном канале. Друзья, я сейчас в Грузии. Просто хотел сделать объявление. Не теряйтесь. Потому что многие писали по поводу консультации. Кому-то я там ответил, что в ближайшие дни будет сеть. Видите, пока что сети нету. Много комрадов уже откликнулось на идею опубликовать видео по поводу сталинских репрессий. Кто-то уже вызвался помочь, поснимать. Кому успел, ответил. Кому не успел, отвечу в ближайшее время. В любом случае, друзья, если есть возможность поснимать, снимайте. Все нормально. То, что я там сходу не ответил, у меня сейчас сети нету. Она очень эпизодически появляется. Смотрите, 28 сентября я приеду, ну, как бы обратно. Буду в сети, но, скорее всего, к вечеру. Поэтому 29-го, ну, постараюсь ответить всем. Да, 100% всем отвечу, потому что там залежи. Распишем консультации по времени. По поводу видео отвечу. В целом, по поводу видео, снимайте. Вот все, что я тогда сказал, полигоны расстрельные, какие-то места, ваши родственники, знакомые, свидетельские показания. Все это снимайте, все это, разумеется, будем публиковать. Времени у нас достаточно, то есть это 30 октября только. Ну, к 30-му будем публиковать, наверное, за несколько дней до начнем. Вот, поэтому 29 сентября я уже буду на месте, все, у нас месяц, это более чем. Вот, ну, короче говоря, не теряйтесь.